Здравствуйте. Сегодня мы с вами сделаем небольшое декоративное панно в африканском стиле, в бамбуковой такой красивой рамочке. Будем делать саламандру африканскую. Сейчас это модно. Для этого мы используем бамбуковую раму, как я говорила. Это паспарту. Можно использовать любой тонированный картон. На паспарту в стиле аппликации мы будем наклеивать банановую бумагу двух цветов, красную и оранжевую. Вот получится такой нежный, теплый африканский колорит. И затем добавим нюансы, уже детали контуром. Контуром Pictix. Этот контур используется для любой поверхности. Его можно наносить на любую обезжиренную чистую поверхность, даже на ткань он будет держаться. И под цвет коричневого контура затем привяжем ниточками центр композиции к раме. Банановая бумага очень нежная, фактурная. Ее очень тяжело вытирать резинкой, если рисовать карандашом. Поэтому я буду использовать специальный маркер фантомный. Он через некоторое время исчезает полностью. Я нарисовала ящерицу. Теперь, чтобы показать красивую фактуру бумаги банановой, мы ее не вырезаем, а обрываем. Получается, она пушистая, фактурная, такая вот экзотическая. Вот такую композицию я нарвала и выложила. Теперь мы ее будем приклеивать. Не обязательно все наклеивать тщательно. Пусть краешки торчат, в этом даже своя красота, прелесть есть. Добавляем детали контуром Pictix. Я хочу, чтобы у меня были тоненькие линии. Для этого я возьму насадку из аппликатора, накручу ее на этот контур. Получится изящные тоненькие линии. Начнем с рамочки. Дыроколом мы делаем в углу, дырявим дырочки и натягиваем на раму наше панно. Вот получилось у нас такое декоративное панно, которым вы можете украсить свой интерьер.